Всем здорово, дорогие друзья, меня зовут Валерий, и вы на домашнем канале. Я тут, короче, посидел, подумал, и почему бы нам потихонечку не возродить рубрику «Бесплатные игры». Вот, давненько у нас не было роликов по всякому трэшу, короче, бесплатному из Стима. Вот, и я думаю, так помимо, короче, стримов, периодически буду выпускать такие вот видосики. Вот. Короче, зашел в Steam, выбрал вкладку «Бесплатные» в магазине и ткнул на первую попавшуюся игру. И попал на индюшатину, на инди-хоррор, короче, от испанских разработчиков. Не знаю, что это такое, не знаю, как это... Блин, название я тоже не помню, короче, в описании, короче, под видосом посмотрите название, если вам интересно. Короче, посмотрим, что это такое. Игра на английском, и переводите... Если что, сами, вот кому интересно, потому что мой английский уровень бог, как вы знаете. Окей, не забываем подписаться на канал, поставить лайк, поставить колокольчик и черкануть комментарий. Мы с вами начинаем. Ля музыка. Ля музыка. Короче, мы просыпаемся, что ли? Доброе утро, страна. Бля, там картина какая-то стрёмная, просто глаз какой-то. Что, блядь? Чё-то вообще, смотри, какие-то стрёмные картины. Нихера там, тиш, просто. Дамон Фусис. О, всё, мне дали управлять. Окей, мне дали управлять. Я, короче, я так понимаю, мы у себя дома, что ли, или фиг знает. Я не знаю, там... Может, у кого-то дома проснулись после отчаянной такой вечеринки просто лютой. Вот. Но картина меня не внушает доверия. Как-то глаз, пишущая рука. Там еще рука. Какой-то фетишист здесь, походу, живет. Руки, руки. А тут женский силуэт, короче. Женский тень. Это непонятно вообще, что. Так, что это? Ойл, масло. Каминчик. Ага. Ага, я понял, короче. Нужно зарядить маслом лампу. Звук, как будто он туда надудонил в лампу в эту. Так, окей, можем зажечь теперь. Хорошо. А что потухло-то? Во. Сейф нам не открыть. Что там по двери? Тоже закрыто все. Лады. Ну, пока не знаю. Угу-гу-гу. Не страшно. А, Презе 1К. Что? А, типа лампу могу убрать на единицу. Ладно. Можем бегать мы. Да, бегать мы можем, только как-то хиленько. Так, садиться, ничего, прыгать, ничего. Мы не можем. Тут какая-то хрень. Двери все заперты, короче. Я не знаю. Если я в своем доме, то почему у меня все двери заперты? В моем же доме. Shift Run. Да я понял уже, что Shift Run и как-то херово бегает. Мне не очень нравится. Интересно, лампа кончается? Нет? Что за пятна? Надо того, кто это сделал, найти и наказать. Бардак вообще. Не выйти. Ладно. О! Еще надудоним. Судя по всему, кончается, раз здесь стоят эти лампы. Ой, не лампа, этот. Забыл, как называется. Для паутина тут. Давно не убирались, походу. Что за дерево?
Судя по тому, что нет листьев на дереве, оно либо, не знаю, старое, либо сейчас время года какое-то. Зима, что ли? Так, отпечаток какой-то руки. Цветочных горшков целая куча. Окей, здесь какой-то рубильник. Апогада. Окей. Да будет свет, сказал монтёр и перерезал провода. Это можно, короче, потушить нам теперь, да? Лампочку можно убрать, наверное. Так, более-менее видно все. Вергуэнза. Если что, это не название игры. Это просто непонятно что. Я не знаю, как это переводится. Блин, свет что-то зажег, а как-то темновато все равно, да? Моя любовь, чё? My love. Чё у нас теперь? Блять! Не страшно нихера. Не страшно. Все спокойно, не страшно. Что-то все двери закрыты, короче. Так, похлопай мне тут. Я сейчас кому-то похлопаю по лицу. И что думал? Хлопает дверьми тут, а? Сквозняк, надо окно закрыть. Чего? Я же отсюда, по-моему, приходил и... Опа, дверь закрыта. Тут же не такой коридор был, да? Или я что-то путаю? Что-то глаз, смотри, глаз Саурона какой-то. А что у него руки все грязные? Блять! Че за крокозябра, блин? Так, на это что-то кошмары. Надо удоним еще в лампу. Да не бойся ты. Вот боится-то. Все нормально, все прокатит сейчас. Все будет. Нормально? О, без лампы здесь. Так, здесь что такое? А, карта. На ней нарисован какой-то кувшин, какой-то стакан. Стакан. Один стакан, короче. Да хорош, что тут шмигать-то. Ой, блядь. Вообще какие-то лютые картины, я говорю. Тут шмигает. Ой, тихо. У меня нападают какие-то картины, какие-то черти из картин. Хорош, хватит. Шмыгает тут носом. Чё глаз? Короче, я к картинам подходить не буду. Будильники. Ваза. Ой, там написано что-то. Внутри ничего нет. Внутри ничего нет. Не знаю. Там переводить, если что, если интересно. Петух какой-то. Так, два это... Два кинжала. Два кинжала. Короче, это, наверное, как что-то для загадки какой-то надо будет. Короче, единица кувшин. Два это два кинжала. Окей. Картинам я подходить не буду. Окей. Блин, Ридо, смотри, там какая-то картина вдаль. Хорош, но...
так, 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 так. Я не знаю, это, насколько хватает. А, чё, дым? Типа холодно, что ли? Я, короче, не знаю, насколько хватает это лампы, но я буду периодически дудонить туда. Короче, 3 это какой-то X. 3 какой-то X. Понятно. Вообще дичь какая-то нарисована. Опа! Америка, Европа. Ага, ага. Типа вот сюда вот нам надо. Короче, да, я понял. Первое это у нас кувшин. Второе это 2 кинжала. Так, кинжал один. Третье X. Наверное, вот это там такие вот штуки похожи были. И да. Последним методом подбора, короче. Чё взял? Мелок. Мелок. Дверь захлопнулась. Ла Нана де Гармен. Кармен, то есть. Гармен. Чё-то нарисовал. Ноты. Ноты. Ноты, 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 ноты. Так, что-то запомни. Или я помню. Кармен, короче, видел. Окей. Там. На паузу ставим и переводим. Так. Ага. Похоже, я понял, что надо сделать. Нам надо перерисовать, скорее всего, да? Ну, там на каждую, короче, струну получается. Высь. Ну, короче, я понял. Так. А, он даже вот так вот делает, ё-моё. Я понял. Тут даже ничего, вообще ничего сложного нет. Вообще ничего сложного нет. Так. Погодь. Вот так. Ой, кровь, кровь, да? Или что это за пятна? Потолки протекают. Судя по всему, мне, наверное, мелок больше не нужен. А здесь есть какие-нибудь сохранения, там, не знаю. Испаньола мелодия. Мелодик Испаньола. И? Есть какие-то проблемы с текстурами, походу. Да? Видишь, не прорисовано что-то. Что типа произошло? Что произошло? Реально, какие-то проблемы с текстурами, непонятно. Там что-то покрывалом накрыто. Ля-ля-ля-ля. Ого. Женщина, у вас ноги не бритые. Надо ей это подарить, короче, станок. Закрыто? Нет. А чё лёг? А чё это лёг такой? А чё, замом начало, что ли? А нет. Так, я туда подходить не буду, погоди. Ага! Она появляется непонятно где. Баба с волосами на, с волосами на ногах. Она зайдет сюда?
А, нет, он сюда не заходит. Погоди, а где у меня фонарик? Книга. Книга. Так. Три монетки. Блин, херово прорисовано так. И монетки. Короче, понятно, сейчас опять надо будет искать вот эти штуки. Наверное, какой-то кодовый замок будет опять. Так, ставим на паузу и читаем. Погоди, там с другой стороны ничего нет? Нет, то же самое. Задрал он чавкать. Тихо! Че это дерьмище тут? Картинам не подходим. Я не знаю, вот это можно, наверное, выключить. Вроде не так темно, да? Что здесь у нас? Вон еще книга какая-то. Две капельки. Судя по всему, это, наверное, порядок. Вторые это капельки. Третья это монетка. Наверное, так, да? Работает. Возможно. Так, это опять в коридор. И это в коридор. Допустим. Ага. До свидули. Комната, она не заходит, я так понимаю. Все. Убежала. Чего там, туфли? Чей туфля? Чей туфля? Какие-то непонятные вообще рисунки. Кстати, я эти рисунки где-то видел уже. По-моему, в какой-то игре уже видели такое. Это что такое? А, 4, наверное, 4 стакана. 4 кубка. Ну и первое, значит, получается меч. Если логично подумать. Вот книга. Да, видишь, меч нарисован. Окей, теперь надо понять, куда это теперь это пихать, куда, где это. Где этот замок? А, он свалил, да? Здесь ничего нет, там закрыта, короче, дверь. И что, он будет за мной, да, эти? А вон там сундучок какой-то. Сейчас сюда зайдем. Давай, исчезай там. Залазь в свою дыру, откуда вылезла. Ой-ой-ой. Я что-то на мгновение подумал, что она сейчас это как, в комнату ко мне зайдет. Я. Да в смысле, ты задрала? Ты мне дашь там что-то сделать, покрутить, повертеть? Так, первый нож. Блин, что тут? Вот это нож, да? С текстурами беда вообще какая-то. Две капли, потом монетка. Ага, все отлично. Ключ. Я забрал? Я забрал. Я забрал ключ какой-то. Где там дверь была закрытая? Понятно. Уйди. Это ни хрена не страшно, уйди. Не боюсь я тебя. Твои волосатые ноги не страшны. А. Здесь дверь открыта. Какая вот это была закрытая дверь, да? Ключ нужен. Второй типа ключ. А первый куда воткнуть?
Здрасте. Забор покрасьте. Какая же душная тварь, а? Просто вот не дает прохода. Вылазит и вылазит. У тебя есть какой-то таймер, что ли, когда ты вылазишь, когда ты не вылазишь? Не понял. Дверь закрыта, в смысле? Что-то все повключать, повыключать можно. О! Чего? А почему этот сундук не могу открыть? Не понял. Что надо сделать? Окей. Что сделал, непонятно вообще просто. Это, судя по всему, ключ от... Вот здесь дверь, да? Быстрей, 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 быстрей. Если это не от этой двери ключ, то мне капсда. То отлично. Она там залезла в свою дыру. Дверь открылась. На потолках это дичь. Сеня, это дичь. Ёпта. Ёпта. Чё за психодел начался? Так, какие-то ручки. А, типа достроить картину надо, что ли? Какие-то головоломки, не знаю. Какие-то недогололомки, знаешь. Тут даже не понимая, допустим, если да, учить такое, если, допустим, не понимаешь даже, как их решить, типа, но методом тыка вообще как на раз-два можно сделать это все. Кто это? Тут застрелился. Воу-воу! Полтергейст. Что надо сделать? Напугать лампой? У меня есть лампа, я могу зажечь. О, я могу выйти. Как я сюда-то попал? Просто телепортирую в своем собственном доме. Что-то с деревом не то. Он плохо. По-моему. А, смотри, проход открылся, да?
еще пещера. Еще пещера. Тут темновато в пещере. Бочки. Корни какие-то. Вроде не под дерево зашел. Какая длинная лестница-то. Здесь выносливости даже нет. Не могу устать. Что? Что происходит? Я не могу двигаться. А, завалило. Завалило проход. Ничего не чекается. Слушай, пока меня за всю игру напугала только ваза. И то от неожиданности. А так, что-то как-то... Монстр не страшный. Тупик. Ой. Ты кто? Блядь, что за корова? Он сюда залезет? Ну, он не страшный, но какой-то непонятный. Спрячемся в гробу. Вау! А слушай, где ты такое уже видел? Залазишь в гроб и перемещаешься. Чей-то. 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 Да, пусть. Чуть скучный какой-то хоррор. Бля. Ой-ой-ой, дядя. Реально, когда помесь коровы с кем-то непонятно. Окей, первая смерть у нас была. Короче, нельзя хрустеть, я так понял, да? Надо аккуратненько. Не наступая на кости. А вода тоже шлепнет? Нет, вода не шлепнет. Погоди, я что-то не так пошел. Это типа такого лабиринтика, что ли? Нет, не хрустнул? Отлично. Здесь я пройду? А, туда никак. Окей. А! Вон она спит, да, получается? Это оно же? Сколько можно? Три раза, наверное, да? Да, оно спит, смотри. Реально, как это полукорова какая-то. Но несложно, несложно.
вообще. Вообще ни капли. Ни капли не сложно. Ой, ненавижу детей. Так, руки убери свои, не тяни ко мне. Ненавижу в хорроре детей, имею в виду. Так, я люблю детей. Руки, руки. Как мерзко. Не, ну вот это прикольный моментик. Я вообще не понимаю, где я нахожусь. Просто как-то из дома в какую-то дичь попал. Просто как-то психодел. Там опять завалило, что ли, все? Непонятно, что-то завалило, что ли, что-то произошло. Место знакомое, погоди-ка. Что это было? Может, надо назад вернуться, я не знаю. В принципе, нет, а что тогда завалилось? Может, в той комнате? Мне кажется, то, что та, ну, тот выход, это начало. Я там был уже. Ну ладно, давай спустимся, посмотрим. Какой-то проход завалило, что ли, опять? А, нет, я здесь не был. Идем к дереву. Там какие-то проходы. Ух ты. Это сердце, что ли, на дереве? Что там написано? Опять не пройти. Армен Джурадо. Допустим, так, это что? А, свечечка. А, надо свечечки зажигать. Опа. Корень загорелся, смотри. Всего две свечи? Или что? Волосатик пришел. Тихо. Блин, я медленно так бегаю. Надо еще корни зажечь, наверное. Вот. Надо по корню бежать. Вон свечечку вижу. Так, одна есть. И, наверное,
еще где-то, да, наверное, одна. Их 4, наверное, скорее всего, или 3. Или что там происходит? Есть еще... А, вон корень, да, вижу. Бля, там тупик, я не выбегу. Короче, провел, наверное, какой-то ритуал. Оно типа сгорело все дерево, да? Я не понял, что произошло. Короче, Blend Canvas Studio Production. А вот, игра называется Аруйо. Аруйо. Аруй на нее, говорит. Вот, короче, я нихера не понял, вот, игрушка так чисто, я не знаю, но, если у вас много свободного времени, просто убить его, как бы, такой, я бы сказал, ну, как бы, на мой взгляд, атмосфера слабенькая, монстры не страшные, что-то как-то вообще, головоломки никакие, такое. Вот. Но для рубрики бесплатные игры сойдет. Для бесплатной игры, в принципе, нормально. Для бесплатной. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот, подписываемся, все ссылочки есть в описании под видео. Если вам понравился формат, ну, как бы не то, что формат, а обычный формат, да? Если вы согласны со мной, чтобы возродить... рубрику «Бесплатные игры», то обязательно напишите в комменте, да или нет. Вот. Все, всем спасибо и увидимся на следующих видосах и стримах. Всем пока-пока.